лично я от муниципального собрания окажем всю возможную поддержку и помощь в решении данного вопроса. На сайте посмотрите. А как возможно так, что жители не знают, а смотрите, какая ситуация получается. У нас несколько жителей только проявляют инициативу. Общественных слушаний не было. Документов, насколько вы поняли, да, там присутствуют частично, никаких нет в полном объеме. Соответственно, мы не можем сделать никаких выводов. Документов на строительство? На строительство, конечно. Как дальше будет развиваться? Мы подготовим запросы, обращения во все компетентные органы с целью разъяснить нам данную ситуацию. А какие именно? Нет, это другое. Ну, это и строительные компании, да, и администрация, и так далее. Но вы там лично не находились, да, вот около этого дома, не видели, что там происходит? Нет, там нет, не видели. Ну, я думаю, что не посетители, и ситуация надо знакомить с волей. Значит, это власть на стороне, я понимаю? Конечно, потому что мы сами жители. Я сам житель этого района. Все, спасибо. Когда у вас очередная встреча? 4 числа.